отвлекись от дел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, APL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента. Скажем тебе, как нужно. APL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. APL, это мы, расширяем границы. Проверим звук, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Все, кто меня хорошо слышит и видит. Вижу ваши приветствия, вижу обратную связь. Благодарю Екатеринбург, Таганрог, Санкт-Петербург. Вижу Светлану Франько, Набережные Челны.
Как это здорово, столько знакомых имен, чуть не сказала, столько знакомых лиц, да, потому что представляю вас, рада видеть вас, благодарю за обратную связь, вижу ваши пятерочки. Давайте сразу договоримся, если у кого-то что-то подвисает, да, то нажимайте F5, чтобы перегрузить страницу, или можете выйти и снова зайти в вебинарную комнату. Хорошо? Все, получила вашу обратную связь. Вижу Караганду, вижу Германию, Людмила. Кто-то вижу, что не один за компьютером. Казань здесь на связи, Невинномысск. Это очень здорово. Я в данный момент нахожусь в Германии. И я коротко представлюсь, да, вижу Сергей, Наталья Бусыёк здесь, Элина, ой, как здорово, и Молдавия, и Америка на связи, Таганрог, Людмила. Ну, просто, просто очень здорово, что у нас такие технологии, да, которые позволяют нам вот так вот стирать все границы, пространство, времени и быть вместе, когда нам этого хочется. Итак, я начинаю, я коротко представлюсь, да, для тех, кто меня не знает, и хотелось бы еще получить, пока я буду говорить, пожалуйста, поставьте в чат семерочки все, кто сегодня гости, кто еще не является партнером компании, кого сегодня пригласили, может быть, кто-то увидел приглашение в соцсетях, нажал на ссылку, да, пришел к нам. Вот мне интересно знать, Диана, вижу, да, ставлю. Ставьте смелее семерочки, мне интересно знать, потому что вы сегодня для нас и для моего выступления, вы, так сказать, виновники торжества, потому что мое выступление будет посвящено именно тем людям, которые еще ничего не знают о компании, да, и решили сегодня вот узнать для себя что-то новое. Да, вижу, Оксана, Гюльназ, Светлана. Угу, это я читаю уже имена гостей, вижу ваши семерочки, продолжайте, пожалуйста, поставить, да. Это очень здорово, потому что не случайно именно сегодня меня попросили провести эту презентацию возможностей компании APL, да. И представлюсь я коротко, чтобы вы знали, с кем сегодня имеете дело. Итак, меня зовут Илона Милышева, я проживаю в Германии уже с 2005 года. Я счастливая жена, счастливая мама нашей доченьки, 6 лет, скоро будет уже 7. Родом я из города Таганрога, это Ростовская область, Россия. У меня 2 высших образования. Первое – Таганрогский государственный пединститут, факультет иностранных языков, и я владею 3 языками, 2 иностранными, английским и немецким. И мое второе образование – это MBA в международном менеджменте, которое я уже получила здесь, в Германии. Ну, в общем-то, опыт работы у меня был разный в жизни, да, я занималась и переводческой деятельностью сразу после института, и торговлей коснулась, и занималась различными организациями семинаров и в предвыборных кампаниях участвовала. То есть мне всегда хотелось быть в движении, хотелось узнавать что-то новое, пробовать себя. Казань приветствую, вижу, 6 человек, молодцы. Вот. Также я работала много в отделах с клиентами в разных странах, и это были международные компании и в Москве, и уже здесь, в Германии. Но вот так вот получилось, что в 2015 году я вернулась в индустрию MLM, о которой вам сегодня расскажу, и тоже чуть позже расскажу именно, какие изменения произошли в моей жизни с того момента. Но для начала хотелось бы сказать о том, что за дата сегодня. У нас 22 февраля 2019 года. И я знаю, что сегодня в Екатеринбурге, в РЦО, Людмилы Дерягиной, Игоря Гришко, Виктории, их дочери, да, что сегодня отмечается праздник, так как ровно 3 года назад, в этот день, Людмила Дерягина и Игорь Гришко подписали свой контракт с компанией APL. Это очень знаменательное событие для меня также, потому что
завтра, 23 февраля, исполняется 3 года, как я сотрудничаю с этой компанией и даже уже несколько первых партнеров в моей команде. И по этому случаю мы завтра в Германии организовываем большой бизнес-семинар. Это будет праздничный семинар, посвященный 3-летию. Это очень значимое событие. И, конечно же, я решила именно с этого начать сегодня презентацию, потому что, вы знаете, на месте наших гостей, вот так как кто-то сегодня первый раз получит информацию, да, 3 года назад находились мы, и Людмила с Игорем, и Лариса Гукова из Москвы, которые вот ровно 3 года назад встретились в Москве с руководством компании и приняли решение быть здесь. И я очень благодарна моим наставникам и Евгении Новиковой, которая пригласила Людмилу тогда, и Нине Семеновне Шашуковой. Это те люди, которые сыграли большую роль в моем становлении, потому что если бы не однажды ими принятое решение, то сегодня вот так бы мы с вами не виделись, и не произошло бы всего того, что вообще как по мановению волшебной палочки происходит в моей жизни благодаря компании. Поэтому еще раз благодарю, Лариса, за то, что ты пригласила меня, за то, что ты 3 года назад поделилась со мной информацией. Людмила, Игорь, за вашу поддержку, за наш общий старт, быстрый старт, да, и Евгения, Нина Семеновна. Это очень значимо, 3 года, это все-таки уже некий такой отрезок жизни, и ни одного дня я не пожалела о том, что я в компании PL. И поэтому сегодня я хочу с удовольствием поделиться с вами именно тем, что зажигает мое сердце каждый день, что дает мне силу двигаться вперед, что же это за такая индустрия, какие возможности, какие перспективы. И поэтому мы начинаем. Я вижу, что связь есть, вижу, да, продолжаются приветствия идти. Даже уже мужчин с наступающим праздником поздравляют наши зрители. Это здорово. Итак, я постараюсь уложиться в 1 час, да? Пожалуйста, приготовьте блокноты. У меня тоже здесь лежит блокнот, ручка, стакан воды. Я хочу с вами, знаете, просто побеседовать, как если бы мы встретились за чашечкой кофе, да, и поговорили о жизни, вообще о том, что происходит в наше время. Мы живем в 3-м тысячелетии, в 21 веке, и мир меняется, да. Есть вокруг нас, появляется все больше и больше информации о том, как оставаться дольше молодыми, красивыми, правда? Вот давайте будем тоже общаться интерактивно. Я специально попросила модератора не отключать чат, потому что мне важна тоже ваша реакция, да, будем вот так вот чувствовать друг друга. Поэтому поставьте, пожалуйста, 3-ки, для кого важно здоровье, для кого важна красота и состояние внутренней молодости, когда есть силы, когда ты можешь путешествовать. Угу, вижу, Айрат, вижу, здорово, Любовь, как здорово, Слава здесь, Вячеслав Герберсгаген, приветствую, Слава, мы тебя в эфире тоже поздравляем с днем рождения, вижу тебя, поэтому говорю, у нас есть в команде именинники, также Ольга Цент из Висбадена, Германия, ну вот, вижу ваши 3-ки, мы все хотим, и люди все вокруг нас действительно хотят быть здоровыми, правда? И смотрите, что, я думаю, вы со мной согласитесь, что такого количества фитнес-студий, салонов красоты, какие сейчас вокруг нас находятся, никогда не было, правда? Это все, кто-то может сказать, растет как грибы, но и спрос есть. Согласны? И что происходит все-таки вокруг нас, да? Мы все чаще слышим такое слово wellness. Wellness – это английское слово, которое включает в себя такое широкое понятие, да? Это и красота, и здоровье, и долголетие. И очень много мы говорим сейчас о сбалансированном питании. Уже молодежь задумывается, да, считают калории. В телефоне у нас несколько эпов, которые нам там и зарядку помогают делать, да, и, ну, в общем, вот весь мир настолько изменился, и действительно мы стали больше уделять внимание. И
wellness – это вообще новая философия. Это когда человек процветает во всех сферах его жизни, да? И не случайно я именно с этого начала, потому что мне хочется вот, ну, как бы, чтобы мы осознали важность того момента, что происходит вокруг нас, да, Алексей, приветствую. Вот, смотрите, если мы вернемся в историю индустрии этой wellness, то мы увидим, что в начале 80-х получили развитие такие технологии, направления, да, как косметология, как пластическая хирургия. Стали говорить о витаминах, о каких-то способах омоложения и как же замедлить процессы старения. И вот в 80-х годах товарообороты этой индустрии составили от 15 до 20 миллиардов долларов. В 2000 году это уже было 2000 миллиардов долларов. То есть такие цифры, которые даже на калькуляторе не хватит у нас нулей, да? После 2010 года это уже 1 триллион долларов. То есть прирост на 500%, что составляет больше, чем годовой бюджет Великобритании, Италии и Канады вместе взятые. Представляете, какие обороты мощные идут в этой индустрии? И знаменитый экономист Пол Уэйн Пилзер отмечает, что к 2010 году ежегодно 1 триллион долларов приходится на индустрию wellness. То есть это продукты, это услуги, все, что направлено на сохранение нашего долголетия и замедление процессов старения. И вот если говорить о трендах, о тенденциях, то такие вот яркие какие-то открытия происходят примерно раз в 10 лет. И в 70-е годы прошлого века, 20 века, была изобретена микроволновая печь. В 80-е годы видеоплееры. Ну, здесь отмечены такие приборы, которые именно были как революции, да, своего рода. А в 90-е годы пошло именно массовое распространение компьютеров, уже появился интернет. И пошла индустрия хай-тек, то есть различные технологии, появляться стало программное обеспечение, да, коммуникации стали разнообразней. И мы все знаем, что были люди всегда, да, в каждом десятилетии, были люди, которые были способны смотреть вперед, видеть дальше, чем большинство, и предвидеть вот это направление развития, правда? И те люди, которые... вот взяли тот шанс в 80-х, они стали миллионерами. Те люди, которые не упустили тот шанс в 90-х годах, они стали миллиардерами. А вопрос, куда же сейчас перетекает вся масса финансовых ресурсов планеты? Есть некий денежный поток, да, и он перемещается. И он постоянно перемещается, перетекая с одних, из одной индустрии в другую. И на наших глазах с вами исчезли целые индустрии практически за короткое время. Давайте вспомним пленки, пленочные фотоаппараты и все, что с этим связано. Где это сейчас? Этого не существует, а ведь были огромное количество заводов, фабрик, рабочих мест и миллионы-миллионы товарооборота. И это в одночасье все исчезло, потому что в нашем мире все меняется особенно быстро. И куда же перетекает эта денежная масса? Вот теперь мы приходим к такому сочетанию, да, сокращению MLM. Это по-английски multi-level marketing, многоуровневый маркетинг. И здесь я подобрала для вас слайд с сайта MLM по всему миру, MLM worldwide. И здесь указан мировой товарооборот в миллиардах долларов. То есть начинаем мы с 1997 года и по 2017 год, здесь указаны цифры. И к 2017 году мировой товарооборот именно MLM составил 189 миллиардов долларов. Представляете, это уже в два раза больше, чем в 2002 году. Вот такой вот идет прирост, и, то есть MLM процветает. Дальше мы с вами посмотрим еще на некоторые цифры, тоже очень интересные, да?
в Европе работает более 700 сетевых компаний. То есть можно говорить сетевой маркетинг, можно говорить структурный бизнес или многоуровневый маркетинг. Да? Это словосочетание, которое, может быть, кого-то раньше пугало. Надеюсь, что все те, кто сегодня у нас в гостях, вы уже поняли, что что-то вокруг вас происходит, и что словосочетание «сетевой маркетинг» больше не такое страшное, как в 90-е годы, когда эта индустрия была как-то ворвалась на постсоветское пространство, да, и не было профессионализма, еще не было школы, и каждый, кто как умел, пытался избавиться от продукции, которых ему нужно было там закупить на огромные суммы денег. То есть это был вот такой вот стихийный подход. К счастью, за последние годы все очень сильно изменилось, об этом говорят все цифры, и все больше людей приходят к пониманию, что за сетевым маркетингом стоит намного больше, чем какие-то предрассудки, да? И я очень надеюсь и сделаю все возможное для того, чтобы после сегодняшнего вебинара вы ушли с таким вот вообще полноценным пониманием, что такое MLM, что такое сетевой маркетинг, что это очень мощная индустрия и такой целый пласт в мировой экономике. Руслан, приветствую, здесь Первоуральск. Вижу. Вот. Итак, по всему миру зарегистрированы более 116 миллионов дистрибьюторов различных компаний прямых продаж и сетевых компаний. Ежемесячно в MLM входят более 100 тысяч человек. Представляете? И также каждый день в мире, по всему миру, более 50 человек становятся миллионерами благодаря MLM. Такими цифрами не может похвастаться ни одна индустрия. И, конечно, это очень радостно понимать и осознавать, что мы являемся с вами причастными, да, также к этому, к цифрам, которые крутятся на этом рынке. И возраст среднестатистического сетевика 37,5 лет. То есть эта индустрия доступна абсолютно каждому и открывает возможность и подросткам, и людям уже кто постарше. И в нашей компании есть дистрибьюторы, есть лидеры, люди, которые добились уже больших высот, которым даже за 60. Да? Поэтому все зависит только от желания действовать и что-то менять в своей жизни. И так, еще цифры, которые, я думаю, будут интересны. Можете сделать фотографии с этого скриншота. Здесь представлен оборот в миллионах долларов, и он разбит по странам. То есть я хотела показать вам немного деталей. Во-первых, для всех партнеров уже это интересно, да, кто уже сотрудничает с компанией. Вы знаете все, что наша компания развивается по всему миру, уже более 50 стран и разные материки. Да. И вот Америка, она занимает именно первое место в рейтинге по товарообороту. Здесь есть 4 последних года, 14, 15, 16 и 17, и вы видите цифры. На четвертом месте Германия, это тоже было приятно увидеть, да, даже опережая Францию, даже опережая Италию. И этот рейтинг состоит из 65 стран. Я взяла только верхнюю часть. Вот, то есть, кому интересно, есть ссылка, да, там на немецком языке этот сайт, там все 65 стран указано. И вот в первые 15 вошла Россия. Вот для меня тоже это было узнать и увидеть очень интересно. Видите, 13 место, это все-таки из 65 тоже много значит, да. Вот какие товарообороты. И именно компания APL имеет долю рынка вот в этих цифрах. И все, кто уже являются партнерами компании, да, вы тоже причастны к созданию этого товарооборота, и с чем я нас всех и поздравляю. И, конечно, тоже в пользу нашей индустрии говорят и официальные источники. И здесь представлена цитата из одного доклада аналитического управления Совета Российской Федерации об экономике, что примерно к 2015-2020 годам
На смену нынешней экономики, построенной на опосредованных отношениях, придет сетевая экономика, которая в большей степени отвечает человеческим устремлениям. Но простыми словами, напишите, пожалуйста, поставьте в чат восьмерки, кто может вспомнить или можете даже прописать примеры, когда в вашем городе или в вашем окружении есть элементы рекомендаций, то есть как парикмахерскую или фитнес-клуб. Приведи друга, и ты получишь скидку или купон на следующее посещение, да? У кого есть такие примеры? Можете писать прямо конкретно, что это, да? Это банки могут быть, страховые компании, вот. Или ставьте восьмерку, да, чтобы просто мы видели тоже вашу обратную связь, да? Вот вижу, да, пошла здесь и Германия, и Россия вижу. Угу. То есть и это все становится все больше и больше, правда? И насколько, то есть хотим мы этого или нет, но любой представитель каких-то товаров и услуг заинтересован в чем? Чтобы привлечь к себе все больше и больше счастливых, довольных покупателей, правда? А как это привлечь? Они, да, в стоматологии вот вижу, обучающие курсы различные, да, вижу, что из Латвии тоже такой идет отзыв, да, Валентина, это Англия у нас, да, то есть это вокруг нас происходит повсеместно, банки в Германии, да, у нас в Германии есть автомобильный клуб, это как типа страховки такой дополнительной, когда приглашаешь, то есть высылают, ну, в прямом смысле слова, что-то типа реферальной ссылки или там формуляр заполнить, да, и вам делают скидку или вы можете выбрать какую-то премию вот за приглашение другого человека. То есть вот это уже и есть бизнес-рекомендации или маркетинг-рекомендации. Понимаете? Это такой элемент, который работает, да, на психологические наши, ну, уклад наши, да, Умсынай, Казахстан, приветствую, Москва. Вот. И получается, что сетевой маркетинг берет за основу именно рекомендации. И все. То есть по рекомендации мы ничего не продаваем, мы делаем рекомендации, и наша компания, как и все перечисленные вами банки, там, и другие, да, другие сферы, делятся своей прибылью. Вот и все. И очень много таких приглашений пишет нам Элина из Америки, да, что в любой индустрии это есть. Вот и в нашей компании существует именно это. Именно за это нам платят деньги, подробнее рассмотрим чуть позже, да. Поэтому вот я не случайно начала свой рассказ именно с того, чтобы немножко мы с вами осознали важность того момента, в котором мы находимся, что происходит вокруг, да. И вопрос главный теперь, а как это может повлиять или улучшить что-то в моей жизни? Как, что это значит для каждого из вас? Вот все, что происходит вокруг, да? И на своем примере я хочу рассказать. Я немного, да, поделилась моим трудовым путем, где я работала, и что уже вот 4 года назад, как я решила уволиться, потом был поиск, я присматривалась, и вот так вот меня жизнь привела именно компания EPL, да? Что мне это дало? Вы знаете, во-первых, когда я находилась в декрете несколько лет назад, то я очень многое наблюдала за вот этими всеми трендами и изменениями, происходящими в мире. И я видела в интернете очень много красивых фотографий из путешествий, каких-то людей, которые, ну, явно не только в отпуск, в какие-то там 10, 20 или 30 дней в году отпуска, да, выезжают, а они постоянно, там, зимой в Таиланде, на Бали, да, прямо на зимовку уезжают какие-то теплые страны. Поставьте, пожалуйста, четверочки, у кого тоже есть вот такие примеры вокруг, что люди могут передвигаться и зарабатывать деньги. Они уже не привязаны ни к какому офису. Они не должны сидеть в своем каком-то там магазине, да, который называют даже частным бизнесом и все. Вот, понимаете? И вот это меня просто настолько заразила вот эта картинка, что я могу быть на берегу красивого моря, океана, да, с каким-то планшетом, со своим телефоном, иметь бизнес в моем гаджете, рядом играет ребенок, мы можем путешествовать, мы не привязаны, никто не указывает мне количество дней в году отпуска и так далее.
То есть и просто в связи с вот этими всеми изменениями, с тем, что так внедрился в нашу жизнь интернет, просто невозможно мне было усидеть на месте, да. После декрета так сложилось, что я вышла все-таки на работу, отдав ребенка в частный детский садик, но надолго меня не хватило, я вам скажу. Кто меня знает ближе, знаете эту историю, да. Вот, я вижу, тут у нас Ирена Фройнд пишет из Германии, это тоже такой яркий пример нашей команды. Ирочка, я тебя поздравляю с тем, что ты на прошлой неделе уволилась с твоей работы. Давайте все поприветствуем Ирину. Это сейчас не просто слова, чтобы там поздравить, да, человека из своей команды, а это именно пример того, как APL уже спас еще одного человека, да, потому что у Ирины выросли крылья, и вот совершенно уже новый путь, свобода действий, и это очень здорово. Это как и со мной случилось, поэтому я желаю искренне каждому человеку, особенно вот наши гости сегодня, если вы ходите на нелюбимые работы, и у вас существует какой-то замкнутый круг, то мы уже знаем выход из него, да? Просто услышьте, чтобы вот от сердца к вашему сердцу это дошло, мы знаем как, и те люди, которые вас пригласили сегодня сюда, они вам готовы протянуть руку и показать путь, потому что в нашей компании есть система обучения, и буквально с первых дней вы можете уже начать зарабатывать, да? Об этом чуть позже. Вот, и мои мечты начали сбываться именно с того дня, когда я приняла решение уволиться, вот меня просто сразу именно пригласили в сетевой бизнес, да, больше 10 лет вообще меня как-то стороной обходили все компании, в Германии я была поглощена интеграцией, интегрированием в новое общество, мне нравилась моя работа, учеба, ну вот все приходит вовремя, да, и в жизни есть этапы. И поэтому я с легкостью уволилась, вернее, с легкостью. У меня было, знаете, внутри вот настолько уже выросло несогласие с этой обстановкой, когда ты сидишь в офисе, перед тобой начальник, ты можешь делать уже свою работу просто с закрытыми глазами. Это означает, что развитие у тебя ноль, зарплату тебе в лучшем случае там, ну, накинут, не знаю, 100, 200, 300 евро, может быть, за год, да? Вот, но зато это все как-то стабильно, тепло и уютно. Но когда ты смотришь в окно, то жизнь, она проходит где? Давайте честно скажем, жизнь проходит за окном. Весь световой день проходит за окном. Когда мы сидим в какой-то коробочке, как этот слоник, привязанный на веревке, понимаете? И вот с этим я просто не захотела больше соглашаться. И на сегодняшний день есть именно та возможность путешествовать, путешествий, имея просто рядом телефон, да, или ноутбук, или планшет, зарабатывать, выходить в свой бэк-офис, в свой онлайн, в наш интернет-магазин, который дает компания APL, и зарабатывать. И также путешествия мы можем с вами знакомиться с людьми различными и по ходу, так сказать, открывать филиалы, потому что все это в интернете. Ну вот, может быть, так я немного забегаю вперед, да, где-то, а где-то просто хочется с вами поделиться, но именно вот эта свобода, которая появилась, да, в нашей семье, мы переехали жить в дом, в лесу, в лесном заповеднике, это то, о чем мы мечтали, чтобы ребенок вот так вот видел вообще, как сменяются времена года, да, чтобы не бояться открыть дверь, что там какие-то машины, то есть когда ты можешь сидеть на террасе и под пение птиц, заниматься любимым делом, ну, это просто здорово, правда. И вот за короткий период сотрудничества с компанией APL у меня именно получилось так уже изменить в своей жизни, да. Вот, поэтому я так эмоционально делюсь с вами этим, потому что я точно знаю, что это сможет каждый, кто поверит, в первую очередь в себя. Итак, продолжаем, да, то есть про MLM мы с вами поговорили, но наверняка вы знаете, что на рынке существует очень много предложений, интернет пестрит, как во всем этом не потеряться, я тоже вам хочу подсказать. То есть нужно всегда обращать внимание на три основные вещи, это как три кита. Команда, то есть кто стоит у руля, да, кто ведет ту или иную компанию, возможности,
То есть какая оплата, какие возможности мне даст сотрудничество именно с этой компанией. И продукт. Потому что продукции на рынке огромное количество, очень много повторяющегося, но каждая компания, конечно же, хвалит свой продукт, да, и нужно, чтобы это было что-то уникальное, чтобы вам не пришлось доказывать, почему, условно скажем, ручка этой компании лучше ручки в другой компании, да, но это я так утрировано. Вот, и поэтому, конечно же, я поделюсь именно, что мне позволило сделать выбор в пользу компании EPL, помимо доверия, в первую очередь, это было доверие и к Ларисе Гуковой, и к Людмиле Дерягиной. Я знала, что это люди, которые всегда знают, где нужно быть, да, держат ухо востро. Ну и, конечно, вот такие вот факты, они были тоже решающими. Потому что первая презентация компании EPL прошла 11.11.2011 года. На сегодняшний день нашей компании 7 лет и идет 8-й год. То есть мы больше 7 лет уже на рынке товаров для красоты и здоровья, то есть именно той самой индустрии wellness, да, о которой мы начали говорить. Более 250 тысяч партнеров в разных странах мира. Мы представлены официально и легально в более чем 50 странах, имеем доступную простую систему обучения, позволяющую любому человеку с нуля начать развиваться и зарабатывать. У нас есть эксклюзивный продукт, о котором я вам сегодня расскажу подробнее. И мы можем рассказывать, показывать фотографии наших красивых путешествий, вдохновляющих мероприятий, событий компании по всему миру. Есть канал YouTube у компании, да, заходите, смотрите, те, кто еще не смотрел, какие у нас круизы, какие бывают совершенно креативные, творческие флешмобы и романтические идеи есть у нашего креативного отдела. И я знаю, что есть люди, которые приходят в компании, только увидев видеоролик обновления свадебных клятв в Доминиканской Республике, например. То есть такого точно нет ни у кого. Да? Ну и, конечно же, если мы говорим здесь о финансовом благополучии, то в компании EPL существует 15 способов зарабатывать деньги, то есть 15 видов бонусов и, конечно, идеальная репутация компании. Теперь, кто же стоит у руля? Молодой президент Сергей Сергеевич Куликов, которому месяц назад исполнился 31 год, но он уже с юных лет точно знает, чего он хочет добиться в этой жизни. И вот так вот уже очень успешно, более 7 лет, он ведет компанию EPL. При помощи своей команды, в первую очередь, это его супруга Ольга Куликова, креативный директор компании, и руководящий состав, это и пиар-директор, и вице-президент, да, и видим мы Александр Михайлович Степанов, Константин Иванов, и так далее. Большой штат специалистов, за кадром ведется работа и журналистов, и дизайнеров, веб-дизайнеров, и всех-всех тех людей, которые создают вот все, что все задумки президента, да, осуществляют и делают их возможными. Ну и, конечно же, это партнеры, это клиенты по всему миру, довольные, получающие постоянные результаты от нашей продукции. Что же за продукция? Да, у нас большая палета. Здесь вы видите и такие красивые коробочки с леденцами, о которых вы подробнее узнаете чуть позже. Это и каши, и кисели, и кофе, и чай, и вкусные батончики. То есть эти все подробности вам расскажет тот человек, который вас пригласил сюда на презентацию. И вот, наш флагманский продукт – это леденцы, это технология, которая тоже отвечает требованиям времени. И если мы на минуту вернемся в прошлое, да, в мир музыки, когда от виниловых пластинок на сегодняшний день мы уже пришли к облачным сервисам, но при этом
музыка не поменялась, правда? Симфонию Бетховена можно слушать как и на пластинке, да, так и сейчас уже не нужны даже никакие большие там носители, у нас все это в облачном сервисе. Сама музыка не поменялась. А что же поменялось, друзья? Что поменялось за это время? Давайте немножко обратной связи, чтобы я понимала, что вы меня слышите, что еще никто не заснул. Что поменялось за это время? Если мы посмотрим на первую строку. Жду ваших ответов. Передача информации. Угу. Кто-то ставит плюсик, тоже как знак, да, что не сплю я здесь, это здорово, да, технологии. Угу. Носитель, да, совершенно верно. Способ передачи, способ, да, способ донесения той музыки до слушателя, правда? Благодарю вас за ответы, да, совершенно верно. И если мы посмотрим вот на нижнюю строку, где по здоровью, да, что-то для здоровья, то есть были порошки, удобства применения, да, благодарю, Мария. И были какие-то порошки, которые нужно было разводить, потом появились там жидкости, суспензии, их нужно хранить в холодильнике, определенная температура, сложно взять с собой. Потом были таблетки, капсулы, ну, были, они и есть, да, но не все так хорошо усваиваются, и есть сложности, чтобы проглотить какие-то большие таблетки, а горькие, да, это никому не приятно. Ребенку таблетку, ну, как-то вообще сложно предложить, да, вот, нужно всегда иметь с собой воду, чтобы запить. В общем, это все неудобно, правда? Соки, гели, это тара, это тяжелые бутылочки, это тоже нужно соблюдать режим там, температурный и так далее. И представьте, что вот Сергеевич Куликов, он давно мечтал создать свою компанию, и он искал продукт, который будет действительно уникальным, которого не существует ни у кого другого. И появились леденцы EPL, дрожжи EPL, которые употреблять очень легко, очень быстро, они всегда под рукой, такие вот прекрасные конфетки, да, вот и у меня здесь тоже отлично на столе, всегда лежат блистеры с конфетками, их несколько видов, сейчас вы узнаете, то есть не нужна вода, да, чтобы запивать, это удобно и легко положить в сумочку, в машину рядом с собой, взять с собой в самолет. И в основе, конечно же, инновационная технология, потому что на сегодняшний день нужно, чтобы все действовало да, здесь и сейчас, чтобы мы видели результаты. Итак, что это за технология? Аккумулит эспей, то есть аккумуляция силы, аккумулированная сила природы. И заключается она в том, что эффективность всех полезных веществ увеличивается в десятки раз. Именно за счет технологии. И во многих случаях можно уже наблюдать улучшение в самочувствии. Действие этого продукта начинается в полости рта, потому что такой леденец мы кладем под язык, и мы все знаем с вами, да, что через слизистую активные компоненты попадают сразу в кровь, и таким образом это тоже дает нам быстрые результаты. Вот, сейчас я предлагаю вам просмотреть короткий видеоролик, где-то около 8 минут, который вам расскажет о всех видах наших леденцов. И потом я к вам вернусь, и мы с вами продолжим нашу беседу. Договорились? Компания APL выкупила патенты у лучших европейских специалистов, занимающихся разработкой новейших технологий по производству высококонцентрированных и быстро действующих продуктов из натуральных фруктов, ягод и растений. Очень часто я встречаю скептиков, которые не могут поверить в то, что обычные леденцы могут решать жизненно важные проблемы человека, касаемо его здоровья. Но поверьте, ни одни леденцы в мире не упускаются на столь мощнейшем оборудовании при такой удивительной технологии аккумулит эссей.
Аккумулит Эссей – это инновационная технология, которая позволяет сохранить первозданную пользу компонентов дрожжа. В технологическом процессе мы применяем инновационную технологию аккумуляции силы. В специальной установке происходит обработка растительных сборов в турбулентном потоке воздуха отрицательными заряженными частицами. В результате они дополнительно заряжаются энергией за счет того, что истончается диффузный слой частиц и высвобождаются все самые главные биологически активные вещества из этих трав. После активации растительных сборов процесс приготовления карамели происходит в стандартном режиме. То есть сначала варится карамельный сироп, затем в вакуум-аппарате вы вариваете до карамельной массы, затем при охлаждении уже при температуре ниже 80 градусов в эту карамельную массу вводятся как растительные сборы, так и остальные вкусовые добавки – лимонная кислота, краситель и ароматизатор. В нашем продукте содержится только натуральный краситель, то есть это натуральные экстракты ярко окрашенных продуктов, например, черного винограда или экстракта паприки. Поэтому наш продукт можно отнести к абсолютно натуральному продукту. Появление собственного завода APL – это совершенно новый этап в жизни компании. Это огромный скачок, круто выделяющий нас среди конкурентов. Это преимущество нашей ценовой политики. Ведь мы продвигаем собственный продукт, а это значит, что себестоимость его ниже, чем в тех компаниях, где предлагают продукцию на перезаказ. Мы не зависим от производителя и от его капризов. В нашем случае исключены ценовые скачки и перебои с объемами производимой продукции. Мы производим и продвигаем собственный эксклюзивный продукт по запатентованной технологии. Аналогов в мире нет. Мы разработали 13 видов дрожжей для тех, кто больше всего нуждается в нас. Для аллергиков и диабетиков. Для тех, кто так быстро растет и кому так нужна наша поддержка. Для тех, кто устал или впал в депрессию. Мы позаботились о каждом, кому так нужна была наша помощь. И готовы представить вам нашу продукцию. Мощную, надежную, инновационную. Продукцию, которая способна изменить мир. Альт – это новое слово в борьбе с аллергией. В составе только натуральные компоненты. Аллергия не поддается лечению традиционными способами, поэтому для своего ребенка я выбрала инновационный продукт Alt. Я уверена в его натуральности. Моя дочка просто обожает эти леденцы. Дети – одни из самых главных наших вдохновителей. Поэтому при создании витаминного комплекса для всей семьи мы особенно постарались. Grow способствует усилению иммунной защиты организма. Я уже не помню, когда простуда в последний раз нарушала наши планы. Grow от APL – это защита всей моей семьи. Компания APL совершила прорыв в области здорового питания, сделав свою продукцию невероятно вкусной и очень удобной в использовании. Среди моих ровесников стало модно заботиться о своем здоровье. Я укрепляю свой иммунитет с помощью дрожжей Мел. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме. Компания APL предлагает уникальный комплекс MELS, который поможет восстановить здоровье и избавиться от паразитов раз и навсегда. Наш продукт придет на помощь даже при таких деликатных проблемах, как изжога, отравление, тошнота и вздутие. Мне нравится, что эти леденцы действуют очень быстро. Входящие в состав дрожжей айс экстракты ромашки, солодки, лобазника, алоэ вера, облепихи и моркови помогут защитить ваш желудок. Когда проводила рандеву, ко мне человек пришел, и вот вижу, что какой-то дискомфорт ощущает и в области селезенки, поджелудочной железы, держится как-то вот надавливает. Увидев его реакцию, да, я ему дала айс. Буквально через 10-15 минут он мне задал вопрос, что вы мне дали. У меня, говорит, такие боли, говорит, дискомфорт, он у меня прошел. И человек, получив такой результат, он, конечно же, пришел на следующий день, заключил контракт, и на следующий день он управляющий директор Diamond. Инновационность технологии, по которой производится продукция APL, заключается в том, что все полезные вещества увеличиваются в десятки раз, за счет чего наблюдается практически моментальный оздоровительный эффект. Как действует продукт Норм? Нам известен целый ряд целебных растений, помогающих при сахарном диабете. В комплексе они приводят к снижению уровня сахара в крови,
а также способствуют общему оздоровлению организма, улучшению многих обменных процессов. А значит, помогают отсрочить развитие тех или иных осложнений, спутников сахарного диабета. Также работает и Хеппер, помогая сохранить долголетие и здоровье печени. Мы давно уже стараемся питаться правильно, а Хеппер – это кладезь витаминов. Эти дрожжи состоят только из натуральных компонентов, и мне это нравится. Особенность технологии Accumulite Essay такова, что действие продукта начинается уже в полости рта, из которой через слизистую активные вещества попадают прямо в кровь, что и объясняет быстрый эффект. Поэтому, чтобы отвлечься от ежедневной суеты, достаточно просто рассосать дрожжи релакс. Дрожжи релакс можно сравнить с занятиями йогой. Они способствуют уменьшению усталости, успокаивают нервную систему, помогают справиться с раздражительностью и бессонницей. Уникальное сочетание компонентов не только успокоит, но и насытит организм необходимыми витаминами и минералами, сохраняя здоровье нервных клеток. Если вам все время не хватает времени, мотивации и энергии, чтобы наконец-то зажить полноценной жизнью, вам на помощь придут дрожжи GTS. Скорость, комфорт и движение вперед – вот что я люблю. GTS помогает мне сконцентрироваться и контролировать свои эмоции. Я знаю, что в нужный момент память и нервы меня не подведут. Входящие в состав продукты экстракты зеленого чая, ананаса, крыжовника творят чудеса, увеличивают физическую выносливость и умственную активность, избавляют от хронической усталости, улучшают память и внимание. Уникальный дуэт леденцов Power для него и для нее помогает сохранить активность и спонтанность интимной жизни. Входящие в состав компоненты способствуют укреплению мужского здоровья. Power Woman способствует смягчению проявления гормонального дисбаланса, помогает поддержанию половой активности и улучшению питания тканей женского организма, помогает нормализации энергетического баланса. Безусловно, мы позаботились и о тех, кому так нужна наша поддержка. Теплые и уютные вечера с внуками – это бесценно. Природные ингредиенты в составе леденцов Heart способствуют устранению засоров в кровеносных сосудах, помогут наладить работу сердца. А Slide от APL – это сочетание из 7 компонентов, наиболее полезных для суставов. Он способствует замедлению процесса разрушения соединительных тканей, а потому полезен для всех, кто желает поддерживать активный образ жизни и сохранить здоровье суставов на долгие годы. Мне 56 лет, а я хожу наравне с молодежью. Это дорогого стоит. Слайд расшевелил мои суставы, и теперь я могу передвигаться без боли. Когда боль становится настолько сильной, что ее невозможно терпеть, мы в буквальном смысле травим свой организм сильными обезболивающими препаратами. Но есть натуральная, а главное безопасная альтернатива. Продукт Stop компании APL. Природные экстракты способствуют нормализации функций вашего организма и дают быстрый обезболивающий эффект. Stop – победа над болью. Много мыслей, много дел. Нескончаемые потоки информации, которые не прекращаются даже по ночам. Постоянная проблема принятия решений. Интеллектуальная усталость, рассеянность, забывчивость. В итоге сильное падение эффективности работы мозга. А в будущем и болезнь Альцгеймера. Есть решение. Аккумулированные дрожжи Brain оказывают благотворное влияние на работу головного мозга. Такие травы в составе, как витание снотворное, гинко белова, трава бакопа манье, спаржа, улучшают память и кровообращение центральной нервной системы, способствуют концентрации внимания, ясности ума и памяти, помогают стимулировать творческое мышление. Компоненты Brain помогают справляться с синдромом выгорания, способствуют ускорению синтеза протеинов в мозге, благотворно влияют на координацию движений. Мы рассказали вам о дрожже, произведенных по технологии Accumulite Essay. Но ведь и это еще не все.
Компания APL также является производителем качественной высококлассной продукции серии Everyday, зубной серии Fresh. Это просто взрывное сочетание современных продуктов и товаров нового поколения, которое способно обеспечить вам достойную, роскошную жизнь. Интересно даже попробовать, да, нашу продукцию. Обратитесь к тем, кто вас пригласил. Спешите оформить заказ. Я вам сейчас расскажу, как можно это сделать. И коротко подводим итоги. Мы продвигаем собственный продукт. Вы видели, у компании есть собственный завод. Значит, что и себестоимость ниже. Мы не зависим от поставщиков, от скачков цен, да, и это эксклюзивный продукт, аналогов в мире нету. Итак, что нужно сделать, чтобы стать клиентом или чтобы строить бизнес вместе с нами? Потому что даже клиенты у нас начинают зарабатывать, и потом их очень быстро начинает волновать вопрос, а что же нужно действительно делать? На самом деле все просто. Точно так же, как вы рекомендуете своего парикмахера, который вам какой-то бонус на следующее посещение выписывает, или банк, или студию, как мы с вами вначале это говорили, да, так и здесь. Нужно просто использовать продукцию. У кого идет звук ролика, это может быть, вам нужно выйти из комнаты и зайти снова. Это только у вас, да. Пожалуйста, давайте, чтобы мы не отвлекались. Еще раз, у кого не отключился ролик, я его отключила, это может быть у вас на компьютерах, нужно выйти из комнаты и зайти снова. Хорошо? Все, не отвлекаемся, время у нас бежит. Итак, нужно использовать для себя, рассказывать о продукции, о своих ощущениях, о своих результатах и о возможностях заработка и путешествий с компанией APL. У нас есть 5 стартовых пакетов, которые вы можете приобрести на ваш выбор. Да? Они у нас указаны здесь в УЕ, условная единица. Для каждой страны свой эквивалент. В России это 50 рублей, то есть 200 УЕ умножаем на 50, получается 10 тысяч рублей. Да? 400 УЕ пакет, 600 УЕ, 1800 и 3000. В Европе 1 УЕ равна 1 евро. Вот. Плюс еще в Германии у нас действует налог 7%, как на продукты питания. Да? Но все вот эти детали мы сейчас не сможем разобрать. Это вам помогут именно те люди, которые вас пригласили сегодня на вебинар. Да? Вы с ними сядете, и они вам помогут оформить ваш заказ, выбрать желаемый пакет. Вы сможете в любой момент времени сделать поднятие статуса, то есть зайдя на маленький пакет, да, доплатив разницу, перейти на следующий пакет, потому что это даст вам большие выгоды в заработке. У нас их 15 видов бонусов. Я сейчас буквально пробегу по основным 4, да, буквально коротко, потому что я знаю, что особенно для новых людей сложно вот так с первого раза усвоить всю информацию. А у нас есть подробные видеоролики и по маркетинг-плану, да, и вам смогут, то есть в вашем бэк-офисе вы сможете скачать документ, где все расписано подробно, хорошо? Ну, буквально коротко, то есть компания платит за ваши рекомендации, мы не говорим здесь о продажах. Если по вашей рекомендации человек приобретает продукцию пакета 200 УЕ, вы получаете 10% от этого. То есть в России это 1000 рублей, в Германии это 20 евро. Да?
За пакет 400, это уже 15%, это 60 УЕ, то есть 3000 рублей или 60 евро в Германии. Статус 600, вы получите премию в размере 17,5%, это 105 евро, или в России это, что у нас там, 5250 рублей, да? Статус VIP – это 1800 УЕ пакет. За рекомендацию этого пакета вам будет начислено 20%, то есть 18 тысяч рублей в России или 360 евро в Германии. За статус Diamond 3000 вы получите 30 тысяч рублей, то есть за рекомендацию, ничего не продав. И это выше, чем средняя зарплата во многих городах России, да, стоит задуматься. Вот, и 600 евро в Германии за рекомендацию. Итак, это прямые рекомендации. Затем у людей, которых вы пригласили в вашу команду, также будут идти дальше рекомендации, да, они не смогут молчать, вот, и у вас пойдет строиться команда, и вы будете получать проценты даже со стартовых пакетов тех людей, которых вы лично не пригласили, и здесь процент уже зависит от того, как вы сами вошли в бизнес. Если вы на пакете 200, то вы получите 15% с группового оборота в малой ветке. Если вы на пакете 400, вы получите 20%. Если вы на пакете 600, это 25%. И если вы на пакетах 1800 или 3000, то вам начисляется 30%. То есть с одного и того же товарооборота при одинаковом количестве людей за одну и ту же работу вам начисляют больше процент. Поэтому здесь, конечно, вам решать, как стартовать, да, или как быстро сделать поднятие статуса, чтобы пользоваться преимуществом. Дальше у нас бонус лидерский. Это такой вот лакомый кусочек. Если здесь есть учителя среди наших слушателей, прошу вас поставить пятерочки. И представьте, что можно сравнить, что вот вы вырастили огромное количество учеников. Да? Это люди, в которых вы вложили вашу душу, ваши знания, период жизни. И эти люди стали... достигают каких-то успехов в жизни, да, зарабатывают где-то на предприятиях, открыли свои бизнесы и так далее. Вижу учителя, очень рада. Вот, у меня тоже первое образование педагогическое, правда, не работало. Но представьте, вот в таком классическом варианте, если бы с дохода каждого вашего ученика вы всю жизнь получали какой-то процент. Представляете? Вот на этом, принципе основан лидерский бонус. То есть мы вкладываемся в наших людей, мы помогаем им делать приглашения, как правильно порекомендовать, как правильно там, рассказать о продукции, о маркетинг-плане. Мы помогаем, да? И когда наши люди становятся уже самостоятельными, развивают их бизнес, а нам продолжает компания постоянно платить. Представляете? И здесь уже зависит от вашей квалификации. То есть чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице, тем глубже вот процент будет, да, тем больше вы будете получать, там, вплоть до 7 уровня. Но здесь уже идет больше маркетинг. Я сейчас просто не могу долго на этом останавливаться, потому что у нас время не позволит разобраться, но я вас уверяю, это стоит того, чтобы посидеть, разобраться, да, и увидеть все прелести нашего маркетинг-плана. Ну, это очень здорово, когда идет именно пассивный доход, согласитесь. Вот такой вот пример с учителями, да, пусть вам запомнится, потому что это так наглядно. Так, теперь продолжаем. Дальше есть структурный, что он означает? Он выплачивается еженедельно. Кстати, не сказала, да, очень важно. Все бонусы начисляются нам, все выплаты начисляются 4 раза в месяц. То есть каждую неделю. Представляете, каждую неделю вы получаете ваши деньги в соответствии с товарооборотом. Вот. Это тоже большое преимущество. Это не один раз в месяц зарплата и даже не аванс плюс зарплата, а каждую неделю идут деньги.
Вот. Так, структурный бонус выплачивается с вторичных закупок всей вашей структуры. Вторичными мы называем все то, что человек покупает уже после стартового пакета. У него есть скидки, да, до 20-60% вы получаете уже скидки, имея свой номер в системе. И все, что... Ведь леденцы, это же здорово, они же заканчиваются. Это продукт репотребления, да, так же, как и каши, и кисели, и чай, кофе. И люди идут с удовольствием в свой собственный магазин, делают закупки, и пока вы спите, ваши рекомендации может быть во Владивостоке или в Америке, это другой часовой пояс, то вам идут деньги. Поэтому здесь очень важно сразу понять, как вы быстрее вернете ваши вложения. Как предприниматель думает, не откуда взять деньги, а как я быстрее их верну. И если вы стартуете с пакета 200, 400, 600 или 1800, то ваш бонус будет идти с первого уровня, то есть того человека, которого вы лично рассказали, 5%, затем он кому-то рассказал, это 6%, и ниже 7, 8, 9, 10. Если здесь присутствуют сейчас люди, которые уже имели дело с маркетингом, то вы подтвердите, что это очень часто наоборот. Чем глубже вниз, соответственно, там уже больше людей, но процент компании делает меньше, дает меньше. А у нас это наоборот, потому что Сергей Куликов очень щедро заложил вот этот процент маркетинг-план, да, чтобы дистрибьюторы зарабатывали. И таким образом компания быстрее выйдет топ-рейтингов по доходу и по займет достойное место в мире. Вот, но это еще не все. А если вы стартуете с 3000 или в течение 90 дней делаете поднятие статуса на 3000, то вы получаете сразу 10%. Не 5, а 10, не 6, а 10. Видите, как точно, да? Не 7, а 10. То есть ваши деньги вам возвращаются быстрее. Вот это очень важно. То, какое решение вы для себя сегодня примете, это только вы знаете. Но моя задача вам сегодня объяснить именно, где ваша выгода. Да? Поэтому я проговариваю. Так, еще у нас есть возвратный бонус. Это за ваши личные закупки. Всей продукции APL Shop. Это все, кроме леденцов. Это каши, кисели, чай, кофе, батончики. Продукт будет расширяться, прибавляться. Поэтому за ваши личные вы можете еще получать до 20% возвратный бонус. Это основное по бонусам, если коротко, да, за 6, уже за 7 лет в APL. Следующие итоги мы можем подвести. Более 250 тысяч партнеров работает по всему миру. 4500 квадратных метров занимает наш собственный завод. В компании более 4000 партнеров зарабатывают 1500 евро и выше в месяц. Около 100 партнеров, ну сейчас эта цифра уже, наверное, выше, зарабатывают 10000 евро. 70 миллионов евро именно на такую сумму было подарено продукции. Ну сейчас эта цифра уже больше, да, у нас скоро обновятся слайды и цифры эти изменятся. То есть у нас постоянно разыгрываются денежные призы. Компания дарит путевки в разные страны, круизы. Вот, смотрите на YouTube видеоролики о наших путешествиях. Да? На миллионы евро вручено золотых украшений, айфонов, айпэдов, шуб. И минимум каждый второй человек получил уже подарки. Прошу поставить в чат восьмерочки тех людей, которые от компании получали какие-то подарки. Либо продукцию по промоушенам, либо выигрыши. Да, можете написать, что это было. Вот, пока вы пишете, рассказываю я дальше. Для тех, кто с нами сегодня впервые, у нас есть свой клуб путешествий. Мы посетили уже десятки стран. И вот смотрите, сколько уже пошло. Да, круиз, Сергей и Наталья пишут. И, ну, я не буду это, да, комментировать. Читайте, читайте чат. Восьмерки посыпались. У нас этот год особенный, нам будет 8 лет в ноябре этого года, поэтому
8 такое волшебное число, и вы видите, вот, Олег Тимофеев пишет, поездку в Молдавию получил в подарок на завод, здорово. Анатолий получил круиз, и даже я не успеваю открывать все ваши ответы, здорово, продукцию, выигрыши, круиз, очень здорово, Галина, Лариса, отлично. Итак, у нас постоянно мы путешествуем, да, посмотрите сами, какие страны, каждый год что-то новенькое, что-то интересное. В 2018 мы были на Кубе, и смотрите видеоролики, деньги даже получили, 200 тысяч рублей у нас выиграли, да, и 500 000 выигрывали на моих глазах. Ну, в общем, это все здорово. Эмма пишет, 3 телефона, да, Ольга, продукция, iPhone, бриллианты. То есть, обращаясь к нашим гостям, видите, что возможно для каждого из вас, да? Вот, так, продолжаем, уже больше часа мы с вами. И также я вам говорила о том, что в компании существует система обучения, и это то, что двигает вас, однажды вы входите в систему, и вы здесь не одиночка, как в традиционном бизнесе, а вы в кругу единомышленников, во-первых, а во-вторых, события компании построены таким образом, что вы постоянно развиваетесь, да, и посещая события, вы видите мир, вы путешествуете, и растет ваша компетентность, ваш профессионализм и ваш кругозор. Вот, вообще по жизни и в бизнесе. Я листаю дальше, думаю, что вы посмотрели. И хочу пригласить всех, особенно вот европейцы ожидаются, да, на форуме, первый форум на Балканах, в Болгарии, в Софии, 8-9-10 марта. Мы туда летим, скоро увидимся. Это будет очень мощное событие с участием руководства компании. Руководство это и Сергей Сергеевич лично будет там присутствовать с вице-президентом Александром Михайловичем. Степановым также будет директор по Европе впервые присутствовать на этом форуме. Такой вот небольшой секрет вам открыла, да? И будет очень много новостей, прокачки, драйва, информации. Поэтому очень рада увидеться со всеми теми, кто прилетит туда. Следующее большое событие компании – это 5-6 апреля, Казань. Форум в Казани. Я думаю, что там будет уже более 1000 человек. Слышала еще несколько недель назад, что билеты проданы были с большой скоростью. Организатор Вера Аскарова с командой. И это уже второй форум «Штурмуем Луну-2». Так что жду встречи с вами. Для всех, кто хочет, особенно вот гости, да, кто сегодня впервые, для того, чтобы вы знаете, прочувствовали, что такое компания EPL, прочувствовали энергетику, познакомились с людьми, увидели изнутри. Я призываю вас быть на форуме в Казани. Там будет также участвовать лично президент Сергей Сергеевич, и вы вернетесь оттуда совершенно другим человеком. Это 100%. И это будет за 2 дня такое сжатое количество информации, которое вы ни в каком вузе, наверное, за семестр или за 2 не получите. Вот именно то видение и та готовность к действию. Вот, пишут Александр и Надя Литвинова из Таганрога, день рождения в Казани будет. Это супер. Следующее событие, запишите тоже эту дату, с 15 по 22 мая, Анталия, Турция, Egeo Seasons, системное мероприятие от компании, 3 дня мощного обучения, будет целый день посвященный продукту, будет тренинг от президента и, конечно, будет отдых, май, Анталия, это великолепный сезон, мы все вместе погреемся, пообщаемся, обменяемся опытом, впечатлениями, загорим. И можно приезжать туда с семьями. Берите детей, узнайте условия участия у тех, кто вас сегодня пригласил. Те партнеры, кто еще до этого не решал ехать, да, я надеюсь, что сегодня вы свое мнение измените. Вот, это будет очень классный отдых всей семьей. И
мощное обучение. То есть это действительно прорыв в полном смысле слова. Итак, дорогие мои, вначале я вам подсказала, как выбирать компанию, да, кто еще помнит, что есть у нас такие три кита, и есть, здесь подводим мы итоги, у нас есть система, которая работает на нас, в которой продумано все для развития вашего бизнеса, у нас есть руководство, которое точно знает, куда идет, да, есть возможности великолепные, маркетинг-план, самый щедрый, 4 выплаты в месяц, есть продукт, аналогу которому нету в мире, и есть путешествия, мероприятия, просто красивый стиль жизни. И задайте сейчас вопрос каждый сам себе, что вы для себя выбираете, так называемую финансовую уверенность, или кто-то говорит стабильность, да, и неизвестно, к чему это все придет, какая пенсия вообще ждет, если что можно иметь, как можно жить на эту пенсию, я просто не представляю. Поэтому выбираем путь сегодня, в каком направлении двигаться, да, или идем к финансовой свободе, проработать несколько лет в IPL, построить команду из тех людей, с которыми вам приятно работать, через путешествия, через постоянный личностный рост. И это даст вам такой хороший доход, который потом вы уже сами сможете решать, уйти на пенсию раньше или вы не сможете остановиться, да, потому что каждый день CPL – это что-то новое, это интересное, и каждый день не похож на другой. Здесь такая фраза Сергея Куликова: «Хватит мечтать, пора действовать, по-настоящему зарабатывать». И я хочу обратиться к вам с вопросом. Какое решение вы принимаете сегодня, которое изменит вашу жизнь завтра? Я надеюсь, что я смогла сегодня зажечь ваши глаза. Желаю вам всем исполнения ваших целей, ваших мечтаний с легкостью, с позитивом. В добрый путь. До скорых встреч. Пока-пока.